Меня зовут Людмила, я из Экибастуза. Я пришла в церковь 4 года назад и обрела здесь Спасителя, мужа, брата и Отца Небесного. В церкви я узнала о здоровом образе жизни и начала изучать эту тему. Сейчас мы в церкви запускаем проект по выпеканию цельнозернового хлеба. Через выпекание хлеба мы хотим, чтобы наши сестры в церкви, братья, они вели тот образ жизни, который рекомендует нам Господь. И чтобы наши соседи, наши неверующие родственники, приходя к нам, видели, как мы живем, пробовали ту пищу, хлеб тот, который мы едим, и чтобы они захотели тоже его есть. Иисус сказал в Писании о том, что Он является хлебом жизни. И мы решили, что наш хлеб будет называться «Жизнь». Мы хотим не только нести здоровый образ жизни в мир и давать людям хлеб цельнозерновой, здоровый, но и нести Слово Божье людям, без которого нет будущего. Давайте нести хлеб жизни людям, они так нуждаются в нем. А сейчас давайте объединимся в молитве и помолимся о служении, которое совершается на территории Центральной Азии, и попросим Бога даровать нам силу для совершения нашей миссии.